Менее можно сделать неплохой макияж. И, кстати, вот кисточка из набора. Кисточка, ну не из набора, а то есть из палетки. Вполне удобно пользоваться. Она хорошо растушевывает тени. И само вроде бы оформление неплохое. Но кроме треснувшего зеркальца, но я когда от зеркала защитную пленку отрывала, ну да, можно сказать, отрывала, немножко повредила, и оно треснуло. Но так, в принципе, неплохая палетка за свои деньги. Я ей довольна, иногда ей пользуюсь. В общем, дешево и сердито. Теперь насчет тени от Essence. Классная вот вообще, ну, в таком оформлении тени вообще Essence. Такого плана тени, такой консистенции. Даже очень приятная, легко тушуются. Мне не понравились. Приобретайте тени Essence. Гель для бровей и ресниц. Essence хороший. Помада Эвелин Аква Платинум хорошая. Ну, кстати, даже можно ее под карандаш. Ева Мозаик матирующая база под тональный крем. Тоже неплохая. Мне она нравится. Я ее с удовольствием использую. Вот так. Вот можно по ней судить. Хайлайтер дешево, сердито, какие-то капитальные или колоссальные круги под глазами. Он, конечно, вам не перекроет, но так неплохо. Думаю, если купите, вы останетесь им довольны. Вот я уже даже его стерла. Вот так я интенсивно им пользовалась. Основа под тени Catrice. Prime and Fine. Супер. Мне нравится. Massive Sculpt от Maybelline. В оттенке 01 Medium. Неплохая вещь. Кстати, здесь есть щеточка вот такая вот. Здесь она лежит и зеркало. Неплохое приобретение. Я осталась довольна. Markel Cosmetics гель против темных кругов классный. После него хайлайтер, вот этот дешевенький, не западает в поры и ничего под глазами не сушит. Ну, может быть, немножко, но в связи с возрастом. Но вообще классно, он мне нравится. Пользуюсь им с удовольствием. Супер щеточка Triumph Cosmetics. Недорогая, вау. Буду покупать такие еще. И вот сколько она у меня, пару лет. Она не сломалась, ничего с ней не случилось. Вот так просто ее можно придерживать, и все будет хорошо. Классно, советую. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела сказать. Остальное, что вовсе не бюджет. Вовсе не бюджет. Тоже неплохая. Мэри Кей кисточка вообще отличная. Ну, если в наборе покупать, то может и бюджетно выйдет. Я, честно говоря, не помню, сколько она стоила. Смешбокс тоже молодец. Фикс плюс. Фикс плюс, то есть. Прайм классный. У меня такой новенький стоит, привезенный из Австрии. Пигменты MAC супер. Аналог NYX и Tammy Tanuka. Всевозможные. У нее есть даже свой сайт. Кажется, ВКонтакте. Но страница, и там вы можете оформлять заказы. Ну что же, я на этом с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам не грустить, оставаться такими же красивыми, счастливыми. До новых встреч. Пока-пока.